В этом году Алтайскому аграрному университету 80 лет. В честь этого на общежитии номер 4 напишут картину. В нулевых это было одно из самых высоких зданий города, а мурал займет всю его боковую стену. Размер арта 41 на 18 метров. Инициатор проекта – Управление молодежной политики Алтайского края и «Алтай-молодой». Очень хочется верить, что она отзовется вот в сердцах и горожан, и жителей Алтайского края, и будет вызывать теплые эмоции. Потому что мы очень большой смысл вкладывали в этот образ, образ девушки, обнимающей сноп пшеницы, улыбающейся, солнечной, красивой девушки, современной, которая действительно передает смысл любви к своему аграрному, ну вот наш аграрный регион. Расписывает стену художник Иван Ильющенко. Он взялся за проект не просто так. Дедушка Ивана в прошлом ректор АГАУ. Поэтому, можно сказать, с университетом у мастера семейная связь. Да и модель для эскиза выбрана не случайно. Это муза художника, его жена. По подсчетам Ивана на весь арт уйдет больше 200 литров краски. А закончит он его примерно за месяц. Мне всегда лениво как-то размечать или что-то там, какие-то подготовительные работы делать. Мне кажется, я начну рисовать сразу. То есть у меня подготовлен эскиз, у меня разработана своя какая-то система, по которой я буду наносить конкретные детали. И то есть я вот сейчас поднимусь до определенного уровня и начну сразу делать те штрихи, которые будут как бы окончательными. Реализуется проект за счет федерального гранта «Регион для молодых», краевых средств и спонсорской поддержки аграрных предприятий. Кстати, этот мурал станет самым большим объектом монументальной живописи в крае. Это будет хорошим украшением вот этого красивого знакового места пересечения улицы Молодежной и проспекта Красноармейского, где располагается аграрный университет. И знаете, символично будет то, что улица Молодежная будет явно молодежной издалека. Позже на мурал хотят нанести QR-код. После его считывания на экране устройства появится все та же девушка с пшеницей. Но это будет уже не статичная картинка, а подвижная анимация. Правда, пока это только задумка. Константин Ганов, Анна Борисенко, Антон Еноткин. Новость.